там вот такая вот дрянь прилетела. Вероятнее всего, что, скорее всего, это чешский РСЗО «Вампир», потому что видно, что маркировка иностранного производства. Ну, в общем, пока ЖЭК не реагирует, вот мы своими силами пытаемся восстанавливать. Вот к нам ребята молодцы приехали, спасибо большое, привезли материал. Да, спасибо. Вот, ну, Лысенко и Вика, вообще умничка, помощь. Сразу приехала, все помогла. Дай бог и здоровья, огромное спасибо и Лысенко, и всему фонду, и всем людям, которые в этом участвовали. Огромное спасибо, дай бог здоровья. Большие очень. Это без 10:12 случилось ночи. И вот это произошло так, что упала, одна разорвалась в квартире, вот там разбила полностью квартиру, и упала вот на первый этаж вот, до Нины. Там она застряла, не взорвалась. И рядом вот еще квартира, вот там на первом этаже, тоже там застрял снаряд и ранила мужчину и женщину. Женщину увезли в больницу, у нее травма ноги, а у мужчины было легкое ранение в бедро. Это у тебя кто пострадал? Мама и папа. Расскажи, что случилось? Что ты делал в этом момент? Что произошло? Как это случилось? Я не знаю, ничего не поняла. Вот маму забрали в больницу, папа, слава богу, вернулся, в общем. Ну и, собственно говоря, к нам прилетел еще второй кусок метровый. Накидали, сейчас он не выходит. Ну, собственно говоря. Вот как-то так. Залетело с этой стороны, взорвалось на крыше. Вот, получается, два осколка, один влетел через это отверстие к нам, второй кусок влетел в соседнюю квартиру. Тут, конечно, вообще влетает, пробивает, вроде взорвалось. Слава богу, взорвалось на крыше, спасло нас. На кровати спал и пролет. Ну, не знаю, во сколько времени, около 12, ну, как мне сказали. Я встал, полная хата пыли. Голова звенит, в ушах звенит. Я не знал, куда одеваться. Я поднялся и упал опять на кровать. Конечно, как-то повосстанавливаем. Пила есть, сейчас попилим. Досками сошьем, сюда установим. Да. Потом уже будем думать, какие-то доски искать, нашивать доски дальше. На эти бревна. У нас, да, просто потом огромное, если можно, шифером и досками помочь, да. Потому что как бы материалов, чем ремонтировать своими силами, нет вообще. ЖЭК вряд ли, конечно, да. Такой объем материалов найдет. И очень, сейчас, конечно, дожди большая начнут, просьба. Андрей Николаевич, помогите нам с досками, с шифером. Александрович. В общем. Ой, я прошу прощения, Андрей Александрович, да. Вот. И, собственно говоря, есть ребята, которые готовы взяться за эту работу. Вот. Они заканчивают объект сейчас в Петровском районе, на Трудовских, в районе Трудовских, по-моему, улица Петрова, если не ошибаюсь. Они сегодня сдают этот дом. Вот. И они готовы взяться, мы с ними разговаривали. Две стороны накрыли, все осталась последняя сторона. И коньки кидаем, и промыкание. Все. Ну и дверцу, получается, на этот, на кушатик. Дверцу еще новую сделаем, и все. Все, готово. Благодаря вашей команде, всем, кто принимал участие, благодаря России, спасибо вам огромное, что вы нам помогли, оказали очень огромную помощь. Спасибо вам большое за все. Благодаря вам у нас крыша стоит. Слава Богу. Быть добру.